Интернет вещей, миллиарды промышленных изделий, от простых приборов до сложного отраслевого оборудования, теперь снабжены программным обеспечением и могут взаимодействовать с людьми и компаниями, которые производят и используют их. Количество и разнообразие этих умных сетевых изделий увеличивается невероятно быстрыми темпами. За всю историю развития современной промышленности ни одно явление не открывало для производственных предприятий столь широкий спектр возможностей, как интернет вещей. И с чем бы ни был связан ваш бизнес, с производством умных термостатов, энергии, медицинских инструментов или систем противоракетной обороны, ценность интернета вещей для вашего предприятия трудно недооценивать. По данным компании McKinsey, дополнительная ценность для бизнеса, которую будут генерировать умные сетевые вещи, составит около 3,6 триллиона долларов США. Но реализовать эту ценность компании смогут только при помощи приложений. Сегодня новый вид приложений, создаваемых специально для интернета вещей, позволяет наблюдать, удаленно контролировать и автоматизировать работу изделий, тем самым коренным образом трансформировать способы их создания, эксплуатации и обслуживания. Как итог, более высокая рентабельность инвестиций, быстрое достижение запланированных показателей и упрощение внедрения инноваций в производственный процесс. Основная задача PTC на этом рынке — обеспечить производителей умных сетевых изделий неоспоримым конкурентным преимуществом. Чтобы наши заказчики смогли воспользоваться таким преимуществом, PTC приобрела компанию ThingWorks, ведущего поставщика решений в области разработки и запуска приложений для интернета вещей. Технологический альянс PTC и ThingWorks предоставляет производственным предприятиям эффективные инструменты для монетизации этого тренда. ThingWorks в 10 раз сокращает время разработки приложений для установления надежной связи с вашими изделиями, мониторинга их состояния и управления ими. Технологическая платформа PTC и ThingWorks предназначена для производственных предприятий любой специализации. Подробнее о том, как одержать верх в конкурентной борьбе в эпоху интернета вещей, на сайте ptc.com.